Выложил огромную сумму за квартиру в строящемся доме и остался ни с чем. Страшная история, разрушившая судьбы тысяч дольщиков в нашей стране. Недобросовестные застройщики оставили сотни долгостроев, заставляя вмешаться в ситуацию государства. В будущем правительство, видимо, хочет исключить такие сценарии вовсе. Новая, более суровая редакция федерального закона начинает действовать с 1 января. Закон в общих, конечно, чертах, глобально, скажем так, закон устанавливает повышенные требования к застройщикам, которые привлекают денежные средства граждан на строительство жилья, и предполагает создание специального государственного компенсационного долевого строительства. Закон подразумевает появление компенсационного фонда, средства из которого будут использоваться в случае, если застройщик не завершает объект. Значит, дом в любом случае достроят. А работать с привлечением средств дольщиков разрешат только проверенным строительным организациям, серьезным уставным капиталом. Но даже они не смогут использовать деньги дольщиков. Финансы будут храниться на счетах в банках. Гарантия хорошая, но под вопрос ставится сам смысл долевого строительства, когда подрядчик строит за счет средств покупателей будущего дома. Мы должны будем все средства дольщиков, которые привлекаются, положить на эскроу счета в банке. То есть мы уже пользоваться этими денежными средствами не сможем. То есть выбор только строить на свои, либо только на средства банка. Защищает ли это средства дольщика? На мой взгляд, не защищает. Каким образом защищает? Это ведет только к удорожанию квадратного метра. Не защитить средства дольщиков новая схема может потому, говорят специалисты, что станут появляться серые схемы строительства. Заключение договоров в обход закона, например, по договорам займа. В таком случае у покупателя не будет статуса дольщика, и он останется незащищенным. По словам экспертов, новый закон может привести к снижению количества возводимого жилья и росту цены квадратного метра. Но рынок ощутит это не сразу, а не раньше, чем через год. Строительный сезон 2017 года уже распланирован.